Мы находимся в отеле Максерия Блю Дедим в регионе Дедим, Турция. Сейчас вам покажу вид из номера. Вчера ночью мы заселились, было темно, было не видно. И сейчас, как вы видите сами, тыдыщ, прямой вид на море. Единственное, что проходит дорога, и здесь шумно из-за этого. Смотрите, какая красота. Вот он, наш пляж через дорогу. Тут есть подземный переход, понтон. Понтона здесь нет, тут здесь есть плавающий понтон, так называемый. А это детский аквапарк, а там левее находится еще обычный аквапарк. Мечеть. Но, правда, никто с утра не пел, ничего не было слышно. Сейчас идем с вами на завтрак. Должны быть свежевыжатые соки. Очень хочу попробовать, что здесь. По концепции у них есть ранний завтрак, обычный с 7 до 10, а второй с 10 до 11, это поздний завтрак, так называемый. А потом уже идет обед с 12.30 до 14.30, потом ужин 19.00-21.00, поздний ужин с 23.30 до часа ночи. В отеле везде развешан дезинфектор, вы можете обработать руки. Вот он, главный ресторан. Вчера мы здесь мерят температуру. Thank you. Суп. Давайте пойдем сюда. Пицца, булочки. Движемся дальше. Джемы, варенье, мед в сотах, масло, йогурт. Фрукты маринованные. Оливки, маслины, фрукты, инжир, персики, груши, бананы, инжир зеленый. Горох. Жаркое. Брокколи. Морковка. И картошка, судя по всему. Диетический шведский стол. Детский буфет. Свежевыжатые соки в пакетах. Сосиски для деток, картошка фри, колбаска. И здесь для деток блендером делают коктейли молочные. Сырный уголок. Сыр с плесенью, обычный, брынза. Продолжение следует...
пончики. Колбаса жареная. Картофель фри. Это сыр жареный, скорее всего. Блинчики. О, вафли. Стандартно делают омлет или яички жарят. Жареный хлеб, лепешки. Яйца вареные, 5 минут, 8 минут. Омлет. Так, с этой стороны горох. Молочная каша. Картошка, шпинат жареный. Баклажаны. И еще здесь вот посмотрим. Яйцо с помидором. Просто яйцо. И помидоры с сыром. Зоны, где вы можете покушать, их здесь 4. И на улице 5 получается. Вот это вторая зона. Здесь третья. И вот четвертая. И на улице 5. Вот они свежевыжатые соки апельсиновые. Я позавтракал со своими коллегами. Все очень вкусно. Есть свежевыжатый сок. Фруктов очень много. Выпечки. Такой очень большой выбор. Круто. Бар еще один на минус первом этаже. Ля-карт рестораны. Да. Ля-карт ресторан «Море продуктов». Друзья, мы идем с вами на обед. Сейчас покажу, что на обед у нас есть покушать. Пойдемте со мной. Мы, напомню, находимся в отеле «Максерия Блю Дидим». Находится он в регионе Дидим, это Турция. Я уже снял стрим, и ну, качество там, конечно, не очень. Сейчас пересниму, покажу вам, что взяли на обед. Рыба, фрукты, инжир, виноград есть. Хороший выбор.